Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Чу-Чу Чарльз. Как вы видите, меня уже настигло новогоднее настроение, я, если честно, не то чтобы сильно каждый год ждал Новый год, но что-то в этом году меня прям накрыло, захотелось, и гирляндочку повесил, шапочку не то чтобы приобрел, мне хороший мой товарищ ее презентовал. Так. У нас Чу-Чу Чарльз. Мы в прошлой серии как бы здесь немножко его встретили вне поезда. Он вон туда побежал. И по заданиям, что нам нужно сделать? Если честно, я подзабыл. А, вот. Ничего себе, так далеко. Дневник так далеко. Офигеть. А это что? Незнакомый NPC, основное задание. Слушай, здесь очень много всяких приколов. У меня поезд, кстати, поехал сюда. Я что предлагаю? Поехать по этой дороге дальше. Взять вот это задание. Блин, а чтобы мне сюда приехать, это мне придется круг давать. Ну, то есть, это надо будет вот так вот еще раз объезжать. Ну, я думаю, ничего страшного. Ничего страшного. Нет? Или знаешь, как лучше поступить? Или если мы сейчас поедем к этому NPC и сюда, а потом вот так вот здесь где-нибудь выйдем, заберем, к этому сбегаем. Все, давай, я переставляю на этого NPC. Нам нужно будет только переместить наш дорогой подвижный состав. Он где-то там сверху сидит, я его сейчас достану. Очень надеюсь, что Чарльз не объявится в данную минуту, потому что не хотелось бы встречать его здесь с голыми руками. Учитывая, что я не сильно помню, где наш дорогой поезд. Где наш поезд, нормальный, адекватный поезд, а не поезд на паучьих лапках. Вот наш поезд, все хорошо. Опа, как я залетел. Так, давай заднюю немножко дадим. Пацаны заднюю не дают. Пацаны разворачиваются и едут вперед. Вот и все. Но в случае поезда, к сожалению, это не сработает. Переключаемся. Подожди, правильно я сделал? Все, да, правильно. Нам в ту сторону и полный вперед. Как говорится, полный вперед. Так, у нас 9 единиц хлама, давай... А, ничего не могу пока сделать. Ладно, пока ничего делать, собственно, и не будем. Так, подожди, опять, разве у нас здесь опять выбор, куда нам ехать? Налево. Все, как надо. Нам повезло, здесь уже стрелка переключена, как нам и нужно. Хорошо. Так, Чарльз что-то не спешит на нас нападать. В прошлой серии он появился целых 2 раза, интересно, сколько раз он появится в этой серии. Очень интересно посмотреть на все эти дополнительные задания, потому что мы уже собирали огурчики, а сейчас мы вообще едем, возьмем еще одно задание, а потом сбегаем за этим, за дневником. Чуть-чуть дальше давай. И вот сейчас тормози. Нормально, только остановись, хорошо? Вот здесь вот прям стоп. Ай, блин. Никогда не угадаешь, куда он вообще поедет. Никогда. Здесь есть что-нибудь? Хлам. О, есть. Я знаю, что мне дадут хлам, но я с удовольствием соберу и то, что здесь припой. Кэндис, это ты? Кэндис. Очень-очень похоже на Кэндис. Так ты и есть тот самый охотник на монстров. Это Саша. А с призраками тебе доводилось разбираться? Вообще-то какая-то фазмофобия сейчас начнется. Поле камней кто-то или что-то раскреливает по фонарным станкам ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираюсь сжигать их, но вчера ночью, когда искала их, я начала слышать необычные звуки и видеть странное. Тут жуткий переполох был, я нашла лишь половину. Принесешь оставшиеся 8, пожалуйста? 8 штук. Хорошо, давай принесем. Обязательно отметь мне на карте, а то я не найду. Давай за дневником метнемся, а потом... соберем 8 рисунков. Задания блещут оригинальностью. Задания блещут просто оригинальностью. Принеси, подай, как говорится, иди нахер, не мешай. И еще укради 2 яйца, подруги. Почему 2? Потому что одно я уже стырил. А это что за постамент такой крутой? О, хлам. Мне кажется, это неужели то самое место, где будет финальная битва? Но я не вижу рядом рельсов. Как мы будем уничтожать Чарльза без рельсов? Так, за дневником я пришел. О, у него красный диван. Ты посмотри, какой офигеть. Чувак был при бабле, точно. Посмотри, у них просто... Нельзя забрать взрывчатку, жалко. Так, а где дневник-то? У них у всех, на самом деле, такие скудные интерьерчики, а у чувака прям красный этот, диванчик стоит. Окей, дневник забрали, погнали за рисунками и привидениями. Так, мне нужен тогда счетчик температуры, мне нужен хотя бы распятие или благовоние. И мне... Ой, блядь, это же Чарльз. Вон он бежит. Он сюда побежит, не сюда? Сука, он сюда бежит, я спрячусь.
Сука, как он быстро прибежал, блядь! Ёб твою мать, нихуя себе! Всё, пиздец. Сошёл с пути, блядь. Охуеть, он быстро, он так далеко был, как он так добрался до меня? Я не успел даже добежать до здания. Не, я понимаю, что он быстро бегает, но настолько он в секунду просто хуяк и всё. А дневник уже мне засчитали? Ладно, засчитали, погнали дальше. Он меня напугал. Тебе точно нужны эти рисунки? Я буду рисковать жизнью, чтобы их достать. Не жизнью, а хламом, подожди. Дай-ка я кое-что, дай схитрю. У меня же хлама немножко припас уже. Давай-ка мы сейчас его вкинем в поезд, чтобы если я буду умирать, у меня хотя бы не будут забирать хлам. Ой, блядь. Так, 16 единиц. Давай мы вкачаем броню. И все, и мы больше ничего не можем... Ну и все, 5. То есть, в принципе, я могу 2 раза умереть как бы безнаказанно. 2 раза умру безнаказанно. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну как безнаказанно? Наказанно. Но он меня напугал. Я ожидал анимации покруче, когда он будет гасить меня. О, рисунок. Бля, таких реально просто надо будет искать? Тихо. Датчик МП у меня есть, нет? У меня нет никакого абсолютно оружия. Ух ты, нихуя себе. Смотри. Точно, призраки, ёб твою мать, погнали! Охуеть! Вы чё, блядь? Какие нахуй призраки? А, ладно, ладно, здесь, в принципе, и эти бегают. Я понял, хватанул и уносим ноги. Пошел нахуй! Ой, блядь, он за мной! Я не знаю, я застрял! Я не знаю, он убьет меня, не убьет, если догонит? Проверять мы не будем, скорее всего, убьет. Так, 3-й. Я понял, где горят фонарные столбы, там будут рисунки. 3 из 8, ладно, нормально. 4-й. Ходу, ходу, ходу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, меня споймали, что ли? А где я? Блять, 190 метров, вы чё? А так он меня будет просто выкидывать? Мне интересно посмотреть, что здесь. Давай проверим, подожди секунду. А где я вообще по карте нахожусь? А, меня перекинуло к другому NPC. Не, давай мы заберем эти рисунки. Рисуночки заберем, а потом мы сбегаем за поездом и приедем сюда на поезде. Опять пошел звук. И он рисунок еще не есть. Погнали. Но он вроде пока не убивает, хотя кровище здесь разбросано, прям целая куча. Так, пошел. Я достаточно быстро бегаю, на самом деле, то есть... Это была чистая случайность. Так, 6, еще 2. О, хлам. Этот хлам будет стоить мне жизни, 100%. Так, уже тени горят, кстати. Где я рисунки захватил, они уже не горят. Вот нужны эти рисунки, ну ты чё? А, здесь я уже собрал. Нужны они тебе? Ты жизнью готова рисковать, чтобы просто сжечь рисунки? Пускай висят, блядь. Так, есть, 1 остался. Блять, небо распятия точно не помешало. Так, этот я вроде собрал уже, там самый первый я заскочил. Блин, пойдем по тому же пути. А, твою мать, он за мной прям. Бля, меня сейчас поймает стопудово. Я не достал. Будем бегать по кругу, будем бегать по кругу, я точно где-нибудь его увижу. Так, я здесь собрал. Пошел нахер. Не, он сейчас догонит меня. Прыжками уйдем. В распрыжечку давай. Так, я здесь собрал уже. А-а-а, я знаю, где, наверное, будет. Мы один по дороге сюда собрали. С двух сторон. Значит, где-то здесь должен быть чуть-чуть подальше еще рисунок. То есть, типа, по дороге сюда же, но... Вот он. Блядь! Все? Просто пум, и все. Чтобы завершить задание, вернитесь к Саше. Дай хлам соберу. А, подожди, давай не будем тормозить. Давай не будем тормозить, потому что... Соберите, есть, собрал. И дневник, так я собрал дневник. Бля, мне дневник не засчитало, походу. Меня он убил, и походу мне не засчитало дневник. Давай сбегаем еще раз туда. Я не думаю, что он нападет еще раз. Ну, в том же самом месте, это глупо. Хотя, это очень умно, с другой стороны. То есть ждать просто на одном месте стоять, пока я буду туда приходить за этим дневником и убивать меня. Ну, он всего лишь будет собирать 2 единицы хлама каждый раз. Неужели настолько сильно ему нужен хлам? Ой, блядь. Настолько сильно ему нужен хлам, чтобы он прям на меня охотился ради него.
вот это экшончик пошел, вот это экшончик, вот это я понимаю, вот это хоррор, блядь. Не то, что ваши там Dead Space и прочее. На, держи рисунки. Благодарю за бумаги. Вот тебе хлам в награду за помощь, спасибо. Сейчас я хлам вкину в поезд, а потом мы поедем за дневником. Но надо проверить, что если, представляешь, я сейчас уеду отсюда, а потом оказывается дневника-то у меня с собой и нет. Будет вообще 48, нихуя себе. Да вот так. Я так быстро потратил хлам, охереть. Так, и подъедем поближе. Если вдруг он нападет, я, может, успею до поезда добежать. Или не успею. Так, 70 метров, стоп. Ну, в принципе, здесь близко. В принципе, близко. Но я думаю, это случайная встреча. Ну, есть шанс какой-то его встретить, есть шанс его не встретить. А, ну двери открыты, все, я здесь был уже. Все, дневника нет, окей, погнали. Когда ты на поезде находишься, как-то поспокойнее, пока на поезде сидишь, да? Оп, хлам. Ладно, мне просто показалось. Все, дневник уже со мной, никто у меня его не заберет, поэтому мы можем, в принципе, по дороге сейчас... Блин, ну мы сюда не заедем, наверное. Хотя, если заедем вот так и обратным ходом сдадим. Здесь же тоже... А, здесь, наверное, нет никакой развилки. Ладно, давай поедем пока прямо и налево, а там разберемся. Давай сейчас сдадим кружок. Я думал, что этот свисток его призывает, но тогда в прошлой серии он должен был бы появляться почаще. О, подожди, сундук какой-то. Стопудово с отмычкой. Давай. А нет, просто. Ух ты, ничего себе хлама. Хорошо. Поехали. Все, нам стоит стрелка туда, куда нужно, так что едем. Здесь нет ровным счетом ничего. Придется круг давать, скорее всего. Придется дать круг, потому что я так его не найду. Тихо. Блядь, достаточно быстро едем. Смотри, у меня аж проседает FPS, блядь. Я чего поставил огнемет? Потому что есть у меня не то чтобы... Ух ты. Что за замок такой? Потом посмотрим. Я думаю, что раз нам туда пока по заданию не нужно, то мы потом туда все равно зайдем, так или иначе. Здесь нет развилки. То есть здесь назад они не предполагали, что можно ехать назад. То есть если была здесь развилка, можно было бы поехать назад и в ту сторону, куда надо. Но, к сожалению, нет. Едем просто прямо. Едем прямо, дадим сейчас круга вот здесь. На болото не поеду, блядь. На болото вообще какое-то наебалово просто. На болоте просто какое-то наебало, если честно. Ты приезжаешь, ты пытаешься плыть, тебя просто убивают. О, а что это такое? Подожди, так это ж эти, ангар куда? Мы же здесь начинали. А, ну да, деда же где-то нам по дороге завалили. Точно. Видим его сейчас, он еще лежит. Вот где-то вот сразу же только выехали из этого депо, его загасили. Нету деда. Так, на развилочке нам налево нужно. Так что надо высматривать развилку сейчас. Она же скоро будет здесь. Чувак в соло, кстати, игру эту сделал, представляешь, один. Ну, насколько мне говорили, насколько там в интернете я вычитал. Может, это неправда, но прикольно. Чувак один сделал игру. Мы сейчас с ней играем, а он один был. Охуеть. Представить можешь? В голове не укладывается. Один человек что-то создает. Так, там, походу, не в ту сторону включено, где надо. Или в ту. Не, в ту, нормально, все, мы туда и поедем. Вот не хочу накакать, но как-то спокойно едем, нет? Очень спокойно едем. Есть такое подозрение, что скоро станет неспокойней. Подожди. Давай задний сразу. Там же он коробка стоит с хламом.
Все забрали? Окей, погнали. И полный вперед. И надо сделать это. Чуть-чуть надо сделать. Слушай, да подожди, я вижу, у меня что-то подлагивает немножко. Это давай графику поменьше сделаем. Давай сделаем просто высокую. О, частота кадров 80. Ёпта, в меню, блядь. Охуеть. Вообще огонь частота кадров. Что-то поменялось, я вообще ничего разницы не вижу никакой. Я не вижу никакой ровной разницы. Мы были на эпической графике. Сейчас играем на обычной. Так, нам главное не проебать опять сейчас эту развилку. Но я бы хотел еще... Блядь, полный вперед. Где он, сука? Ты ж его слышал, да? А, вот он. На, сука, с огнемета. Мразь. Жри свинец, падла. За деда, блядь. И свинца еще тебе накинет. Я понял, как в это надо играть. Надо перекидывать оружие постоянно. Все, огнемет вышел. Пулемет. Пулемет, пока я пользовался огнеметом, остыл уже. На, в лицо, блядь. Сука. Так, скоро мне поезд нужно будет починить. Пошел нахер. Так, давай чиним поезд сразу же. Есть, я еще скорость себе вкачал. Так, куда мы вообще приехали? Мы, блядь. Поехали обратно. Я не буду сейчас круг еще один давать. Полный назад. Чарльз получил немножко свинца в лицо и смылся. Это за прошлый раз, это когда он меня возле дома завалил. Он меня тогда просто подловил. Просто подловил, я не был не готов. Не был готов. Так, мне сейчас тоже не пропустить бы этот момент. В принципе, вот сейчас мы только-только к переезду подъедем, и можно будет сжать полный стоп. Все, постой здесь. Нам просто получается в прошлой серии, в конце прошлой серии повезло, когда он нас не увидел. Потому что если он нас видит, он за секунду оказывается рядом. Просто в момент. Серьезно, я такой прыткости от него вообще не ожидал. Но он только что получил нормально свинца в личико, поэтому сейчас будет где-то отдыхать стопудово. Он передохнет немножко, а потом будет опять выйдет на охоту. Держи. Спасибо тебе огромное за дневник. Надеюсь, никто в него не заглядывал. Себе же во благо. Ну, вот тебе обещанный хлам. Спасибо. Так, за хлам. Хлам мне дали. Так, ну вроде тихо. Вроде тихо, можно бежать пробовать. Можно пробовать добраться до поезда. Нам сейчас бы еще стрелку переключить и поехать в том направлении вот сюда. Такая серия вышла насыщенная. Тут и убийство, и поезд. Это прям как убийство в Восточном экспрессе. Тут есть поезда, есть убийство. Чуть назад. И давай вперед. А теперь вперед поехали. Надеюсь, сейчас он повернет как следует. А, все нормально, все хорошо. Еще очень интересно будет, если Чарльз нападет, а я буду ехать, заднюю дам полностью. Как по нему стрелять? Он же, по идее, будет где-то бежать справа или слева. Но я думаю, разберемся. Можно по приколу всю игру ездить вот так, пока он не нападет на меня. Но я такой фигней заниматься не буду. Так, новая NPC у нас. Я надеюсь, не надо будет какие-то рисунки бегать собирать, потому что рисунки мне бегать собирать не очень понравилось. О, подожди, мне же хлам дали. Надо вкачать поезд. Надо. Погоди. Че рисковать хламом, правильно? 40, тем более, двумя единицами. Урон. И давай еще прочность. О, нормально. Все, больше ничего не вкачаю. Больше ничего не вкачаю, к сожалению. Зато я сейчас еще соберу хлам. Хламца. Вообще, жители данных мест, данной местности могли тупо весь хлам притащить в одно место, прокачать поезд и дать пизду Чарльзу. И не придумывать эту фигню. Ну ты прям, чувак, очень крутой. Там был только один красный диван, а здесь прям все красное. Красава. Еще до обвала мне удалось завести в каньон запасную матрицу с помощью моего старого доброго шахтного поезда.
Кажется, мои самые важные пожитки лучше спрятать в ней. Здесь обычно никого нет, а пути так и не достроили. Неделю назад я хотел забрать кое-что из Матрисы, но несколько людей Уоррена разбили там что-то типа лагеря или базы. Даже не знаю, как теперь безопасно добраться до моей коробки и сколько я еще протяну без нее. Ясно, мы сейчас за коробку побежим. Надеюсь, там будет еще и яйцо какое-нибудь. Добро пожаловать в Аренариум, человек из архива. Прошу меня извинить, в светских беседах я не силен, но видится мне, что вы сюда не болтать пришли. У меня есть к вам небольшое, так сказать, деловое предложение. В каньоне неподалеку Я буду стараться читать нормально. В каньоне неподалеку находится Матриса, а в ней очень дорогая мне синяя коробка. Но будьте начеку, там же разбили лагерь бандитов. Отыщите синюю коробку и принесите. Мне. В награду получите немного хлама. Спасибо. Я немного хлама и так уже собрал. Я хотел бы получить в награду много хлама. Я бы хотел от вас получить просто какое-то баснословное количество хлама. Вот у вас все красное. Я хочу, вот чтобы столько же я прям охерел, сколько хлама вы мне дадите. Я понял. Здесь по красной мебели определяется степень богатства человека. Кто богаче, у того больше красной мебели. Надо поезд в красный покрасить. Здесь я видел, что вроде как можно перекрашивать поезда. Я видел в интернете, что у чувака был белый поезд. Я хочу красный. Я хочу, чтобы мой поезд был красный. Это будет вообще огонь. Кровище повсюду просто. Кровище. Это я не знаю, сколько здесь людей завалили. Просто целую кучу, наверное. Целую кучу людей. Поехали. Так, подожди, а куда же мне хоть отправили? А, так смысл мне ехать? Мне проще сбегать. Ну как проще, конечно. Я с удовольствием бы съездил. Так, где лагерь-то? А вот, в другую сторону. Ёб твою мать, выпустите меня. Выпустите меня, пожалуйста. Я бы с удовольствием съездил, потому что если меня сейчас Чарльз прихватит за жопку, то все. Все. Чарльз как бы не мелочится. Если ему с пулемета в лицо не засветить, то... Подожди, а как сюда можно проехать? Стоп. Побежали, побежали. А что такое? А, ну все нормально. Что-то подлагало мне показалось, наверное. А, я с этих путей не съеду. Подожди, это если только вот так. Назад как... Не, не получится. Подожди. Я внутри не посмотрю, что. Может, здесь хлам есть? Здесь есть динамит. Вот бы мне еще динамитом научили. Здесь гранатомет просто. И все, блядь. И нету Чарльза. Хлам уровня 9. Ой, у нас чешется. А надо 24 хлама. Я думаю, 9-24. Что это за разброс по ценам? Чуть-чуть не хватает. Одного хламика мне не хватает, чтобы вкачнуть что-нибудь. Так. Ну, я знаю, что здесь он где-то валяется. Блять. Давай спрячемся, попробуем. Прокатит, не прокатит. Смотри, вон он. А он меня здесь не достанет, я на втором этаже. Пошел нахуй! Слышь? Сясямбу сделай. Нахуй тебе. Нет, не достает. Им, смотри, реально в безопасности. Пошел нахер! И что ты сделаешь? Блин, пошел нахер. И что ты сделаешь? И... Все, Чарльз. Делай сосай, блядь. Че не успокаиваешься? Да все равно не достанет меня. Могу хоть сюда выйти. Я же здесь за перилками, правильно? Че, страшно, блядь? А я с ним сражаюсь. Где он? Где Чарльз делится? Где делся Чарльз? Имя такое дурацкое, блин. Томас. Ну, проводик Томас. Все, убегает. Ай, сцикло. Пускай подальше отбежит. Я тогда... А, все, видишь, он. А, все, можно. Можно обратно сесть на свой диван. Окей. Хорошо, я далеко не успел отбежать, да? Иначе все, блядь. На этом бы и закончили. О, вот и единица хлама. Все. Вкачаем сейчас что-нибудь, там, наверное, оружие, урон пускай вкачаю. И поедем, побежим за этой коробкой его. Урон. Все, 0 единиц. Умирать теперь не страшно. 0 единиц, мне ничего не заберут. Чарльз, выходи. Не хочешь. А зассал, потому что. Очканул со мной связываться. В прошлый раз с пулемета получил, не слабо. Теперь вижу, он меня подкоруливает, когда я вне поезда. Если я в поезде, он не рыпнется. Не рыпнется даже. Даже не подумай. Я надеюсь, в этом лагере будет еще одно яйцо. Хотелось бы его тоже забрать. О, хлам. Так, уже есть что терять, уже не хочется умирать. Так, вон, я вижу... Враг. Бандит. В маске. Твою мать. Блять, ты чё? Ёб твою мать, догоняет.
Спокойно. Где синяя коробка? А вот синяя коробка. Все, сваливаем. Блять. Да стреляет слабо. Смотри, у меня вообще хпшка не понизилась. Все, ладно, я давай к поезду даю по тапкам. Если, вот прикол, если он за мной побежит, и мы сейчас на нем пулемет еще опробуем. Блять, бежит за мной реально. Хпшки снимает вообще копейки просто, поэтому вообще не страшно. Блять, бежит реально за мной. Далеко побежит. Я сейчас запрыгну в поезд и дам вперед. И попробую его с пулемета завалить. Я пока еще никого не убивал, понимаешь? То есть в этой игре еще пока убили только... Ой, блядь. Убили только деда. Да, за мной чешет. Убили в этой игре пока только деда. Я еще никого не убил. Давай, в полный вперед. Да, стой. Он сейчас этого заказчика не завалил. Я не знаю, как это прокатит, не прокатит. Сука. Давай полный вперед. А мы его завалить можем, нет? Ну, просто задавить, например. Ух ты. По нему урон, что ли, не проходит? А нет, прошел. Все. Готов, чувак. Зря ты за мной ломанулся. Зря ты за мной побежал. Его собрать можно что-нибудь? Где он? Где его труп? Я бы с удовольствием двухстволочку взял бы. Нет? А, ёпта, нет. Нету его трупа, жалко. Я сейчас подвинулся, чтобы поудобнее немножко коврик. А вот! Ружье дай. Не отдает. Ружишко не забрать. Было бы тоже круто, если бы хотя бы минимально можно было отстреливаться без поезда. Было бы огонь. Хотя бы двухстволочку какую. Уже было бы неплохо. Давай хлам. Да-да, это та самая коробка. А теперь забирайте свой хлам и прочь отсюда. Слышь, блядь. Поуважительно немножко. Я тебя спас, между прочим. Сидел бы тут, блядь, и сопли жевал для своей синей коробки. Так, что мы можем... 38 единиц. Давай мы вкачаем урон. Нам осталось 28, и урон будет максимум. Ну вот, чтобы не пропадал хлам. Так, дальше куда идем? Куда поедем дальше? Надо дать назад и, наверное, проехать как-то по большому кругу. Давай назад поехали. Надо до этой, до развилочки дать назад, а потом мы будем как-то по другому кругу ехать. То есть мы, смотри, мы сейчас приедем сюда, здесь переключимся. Может, сюда поедем? Здесь есть основное задание, задание с оружием, это, скорее всего, яйцо тырить. И есть еще и дополнительное задание. То есть съездим туда. В тот конец карты сгоняем. Главное сейчас не пропустить развилку. Она уже скоро. Наша... Вот, тихо, развилочка, блядь. Конечно, тормоза у поезда серьезные, блядь. Можно было бы побыстрее чуть останавливаться. Сейчас. И главное сейчас эту развилку тоже не пропустить. Потому что она стопудово переключена налево. Ладно. Потому что я бегаю почти как поезд едет. Хотя ладно, поезд в этот момент тормозит. Тогда подожди, в принципе все оправдано. Меня Чарльз догоняет на поезде на полном ходу. Но он все равно очень быстро появился. Нет, вперед, вперед, вперед. Все, теперь мы погасим... Давай основное задание выполним. Давай выполним основное, потом сбегаем, возьмем второстепенное. 400 метров всего лишь ехать. Остров вообще маленький, если так подумать. Пару километров. А вот задание с оружием, это скорее всего будет украсть яйцо. Но почему его отмечают как с оружием, я не знаю. Потому что... Понять с ними. А, подожди, может это задание с оружием, где мне дадут оружие? Тогда сюда едем. Едем сюда тогда. Я ж в прошлый раз в этом... Я ж помню, что было одно такое задание, я ж тогда огнемет вроде взял. Ну чё? Ну, давай, стопэ. Здесь много заданий будет. Здесь это как-то депо, это мини-город. Две постройки, это уже город по нынешним рамкам. О, здорово.
Пол попросил меня разработать новое оружие, чтобы помочь тебе долечать. О взрывчатке я знаю немало, поэтому мне удалось собрать этот ракетомет. Я уже давно хотел увидеть, как рушится империя Уоррена, так что я безмерно рад поработать над этой малышкой. Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, я сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракет из того бункера, что дальше в путях? Окей. Окей. Так, что это такое? Ограбление бункера, оружие. Приберитесь в бункер неподалеку и заберите оттуда ящик ракет. Хорошо? Да без базара вообще. Я тут просто стелс-ниндзя какой-то на поезде. Потом будем брать эти основные задания. Давай сразу с ракетометом разберемся. Хотелось бы, чтобы было какое-то... Я хочу серьезный аргумент в этой битве. Я думаю, что ракетомет это и будет серьезный аргумент. Погнали. О, хлам. Пролезешь? Блять, не пролезешь. Там что, снайпер? Там дот, что ли, какой-то был? Что реально, походу, дот. Вот это значит заминировано, по идее, нет? Или это взрывчатку там используют? Я динамит взял. А зачем мне динамит? Чё? Мы что, будем стрелять динамитом? Прикольно. Будет смешно, если для ракетомета боеприпасы это динамит. Просто такой пуляет динамит подожженный и все. Так, ну мне здесь. А, вот зачем. Блять, еще и коснуло. Близко стоял. А, блять. Боже, цепануло, ты посмотри, блять. А вот и ракеты. Просто в коробке. О, записочка. Ракетомет, испытание боеприпасов. Образец 1 ошибка, образец 2 ошибка, образец 3 пролетел 13 секунд, образец 4 успешно. С 4 раза сделал. Молодец какой. Так, ну чё, нету там никого? Выходим из бункера? Выходим. Но правда в бункере все равно какая-то кровища. Кого-то здесь хлопнули. В такие тихие моменты должен нападать Чарльз. Ну так, по моим внутренним ощущениям. Опа. Чтобы не пропустить просто. Чтобы не пропустить, поставил по отметочку себе и сразу видишь, где едешь. Все. Без каких-либо проблем. А, это просто фонари. Слушай, я думал, это огни Чарльза. Че, уже, блядь, уже пропустил. Вот тебе и ракеты. Ракетомет в полной боевой готовности. Что с ним делать, решать тебе. Ах да, и береги его. Как закончишь, надо будет кое-кому наведаться с ним в гости, если ты понимаешь, о чем я. Тут кого-то убить собрался. Я понимаю, что ты собираешься делать, но я осуждаю. Мирное население трогать нельзя. Иди сюда. Никто меня не переубедит. Ворон намеренно заставил нас приехать в эту дыру семьями, чтобы не было нужды уезжать. Ну и чтобы на материк мне просачивались новости о том, чем он тут занимается. В любом случае, ублюдка место на виселице. Пол попросил меня разработать новое оружие для охотника на монстров, за чьей помощью я отправился Юджин. А взрывчатки я знаю немало. Я собрал свой самый мощный ракетомет. Что ж, Ворон, тебе крышка. Короче, он решил Ворона завалить. Он хочет завалить Ворона. А Ворон, походу, замешан в том, что здесь происходит. Причем так нормально замешан. Так, блин. Сука, как выйти? А, это окно. Это окно, спокойно, в окно не выходит. Не, ну выходит в некоторых случаях в окно, но я не рекомендую. Все там? Окей. Давай поезд немножко поближе перегоним и займемся этой основной задачей. Вот так, давай останавливайся пока. Сколько? 26 единиц, и мы вкачаем, давай, вот это, броньку. Надо не забывать про броню, понимаешь? Надо закрыто, блядь. Оп. Ну чё у тебя за план, чувак? Юджин точно обо мне рассказывал, так что представляться нет смысла. Меня зовут Грег, если что. А как ты представляешься?
Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен хозяин шахты, надежно спрятал 3 яйца монстра. Мы не знаем точно, почему он защищает яйца, но если они вылупятся, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. А чтобы этого не произошло, нужно украсть все 3 яйца, выманить ими Чарльза, и мы его убьем. Одно из яиц находится в северной шахте, вот ключ от входа. Окей, хорошо. Надо быстро записать свои мысли, пока Уоррен не пронюхал, что я уже у него на хвосте. Итак, моя территория, теория, господин Уоррен Ворст III хочет создать целый выродок этих восьмилапых чудищ, настоящую армию для своих таинственных целей. При расчистке завала они обнаружили целое гнездо этих яиц. Еще нам известно, что они тверды, как алмазы. Черт, два разобьешь. Шахтеры несколько месяцев вытягивали из них энергию с помощью храмовой призмы. Ну, когда осталось всего 3, старина Уоррен остановил их. Он должен был осознать мощь этих штуковин, и вместо того, чтобы защитить нас от них, решил захватить с помощью них мир. Я выведу тебя на чистую воду, Уоррен. Грег, гений уровня бог. Ой, блядь, Грег. У него самомнение прям хорошее, да? Где шахта? Ёпта, шахта далеко. Ну давай сбегаем еще сюда тогда. Слушай, давай сбегаем. Пока рядом, давай сбегаем сюда. Шахта прям, слушай, далековато. Чего? Поближе не мог где-нибудь сесть от шахты или шахту поближе сюда передвинуть. А там маяк. Я понимаю каждую мою перебежку вот эту на дальнюю дистанцию, что мне в любую секунду придет конец. Потому что от Чарльза не убежать. Он быстрее. Он тупо быстрее. Он здоровый, блядь, и быстрый. А у меня даже нет 2 стволочки жаленькой с собой, чтобы просто жарахнуть по нему. О, а здесь крутой чел живет. Есть красный диван. Мы уже поняли, как это работает. Ой, тебя покусали не слабо. Мы не знакомы, но я слышала, что ты нам поможешь. Сделаешь одолжение, нужно заменить предохранители на маяке. Меня недавно напал Чарльз, так что одной мне не справиться. Предохранители лежат в подсобном сарае неподалеку. Если ты найдешь их и починишь маяк, я попробую позвать на помощь проходящие корабли. Как закончишь, я дам тебе кое-какой хлам. Бля, жалко, я слушаю, покуцали прям. Наблюдение за океаном, день 68. Прошу отправить копию Полу. Я, как обычно, вышла проверить маяк. Повернув за угол, я увидел этого монстра, Чарльза. Он хотел меня Он тоже меня заметил и бросился в мою сторону вверх по холму. Какой же он мерзкий, этот паук-поезд. Не понимаю, зачем Уоррен заставляет нас оставаться на на этом острове. Вместо того, чтобы сбежать от этого чудовища подальше. Я считаю, что Уоррен сошел с ума, распланирует справиться совсем в одиночку. Короче говоря, Чарльз на меня наехал и сломал мне ногу. Я не могу пойти на следующее собрание, поэтому попросила Грека принести заметки с вашей встречи. Короче, ее как-то зовут. Я ее буду называть девушка из маяка. Где твои предохранители? Ну, недалеко еще. Относительно того, как чуваки сарай свои за километр, блядь, от дома делают, тут прямо рядом. Прям вот всего лишь 60 метров. Смысл? Вот здесь нельзя было построить? Вот прям тут, блядь. Вот предохранитель, вот здесь коробочку поставить. Нахуя? Сбегай вниз. Притащи наверх. Спасись от Чарльза. О, предохранитель. Взрывчатку. Вот взрывчатку как будто бы, знаешь, как будто бы можно взять, но по факту ее взять нельзя. Она как будто бы прорисована, чтобы ее взять, но нет. А вон еще хлам. Интересно, а Чарльз воды вообще боится, нет? Я думаю, если бы он не боялся воды, он бы уже с этого острова свалил. Хотя, если предположить, что у него здесь эти яйца, его, которые он охраняет очень сильно, то куда ему сваливать? Опа. Так, ну поехали. Ну все. Так, я понял, надо последовательность найти. Вот и все. Вот тебе и последовательность. Вообще аж Чарльз прибежит, нет? Если починим маяк, кораблям будет легче нас заметить. Вот тебе обещанный хлам. Спасибо. Спасибо за обещанный хлам. Ладно, подожди. Я увидел хлам еще. Я, если что, себе сейчас 2 хлама собрал для того, чтобы, если меня убьют, то хотя бы не жалко было, ну, то, что я как бы отбил свою смерть. Понимаешь, я откупил свою смерть. Музыка пошла, но я не знаю, это музыка с Чарльзом или нет, или это просто музыка. Не, это просто музыка. Такая какая-то. Пытаются что-то нагнетать немножко, но не нагнетаемо. Не нагнетается.
Сразу же вкидываем хлам в поезд. Сразу же вкачиваем. Давай. Опа. О, 50 единиц. Неплохо. Давай урон. Вот все, урон максимум. Вот теперь я про урон даже не думаю. Теперь я выношу просто все, что у меня есть. И давай, я знаю, что еще хотел посмотреть? Где же ракетомет наш? Ой, он долгий, блядь. Вот мы сейчас и испытаем. Я слышу его. Поехали. Выходи, блядь. Скот. А чё не нападает? Не, ну так нечестно, блядь. Останови, подожди. Так, ну давай знаешь, что тогда? Ну поедем тогда к этой пещере. И вон еще одно задание с оружием. Сбегаем в пещеру и сделаем еще одно оружие. Я пока отмечусь. О, напал. Давай. Нет? Не хочешь? Бля, 400 метров. Я успею его загасить до развилки или нет? Почему не нападает? Вон он бежит. Пофиг на развилку, я хочу с Чарльзом посражаться. А все, убежал от меня. Очканул. Ты видел? Он развернулся. А нет, подожди, подожди. Давай подождем его чуть-чуть. Он что-то не бежит ко мне. А теперь бежит. Да, теперь бежит. Ну давай. Да ёб твою мать, а. Чарльз достал, блядь. Иди сюда. Поехали. Не хочешь сам к нам идти, я тебя так догоню. Тем более я не в ту сторону поехал. Ту-ту, мазафака, блядь. На нахуй. А с какой стороны он бежит, подожди. Ну давай, переедем его еще разок. Вперед, 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 давай. Поезд мой любимый, давай, поехали. Сука, на ракеты, блядь. Промазал. А чё он убегает? А, он не понял, что происходит, да? Ту-ту, блядь. Ух ты, нихуя сносит. Ух, хорош, блядь. На, в пачку. Поезду почти хана моему, ну сейчас починим. Сейчас починим, родной. Есть. Сука, сосямбу сделал. Чарльз в этой серии просто отхлебывает по полной программе. Знаешь что, давай-ка на этом замечательном моменте мы серию закончим, а следующий продолжим. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, чего-нибудь самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.